А перед началом просмотра данного видеоролика я хотел бы вам сообщить о том, что в друзья ВКонтакте я принимаю только тех, кто будет лайкать все мои записи, ребятки. Так что ссылочка на мою страничку ВКонтакте будет в описании. Тут выходят все самые важные новости канала. Также тут выходит IP сироков, которые мы идем крашить, и IP сироков, где я сейчас буду снимать. Так что, ребятки, добавляйтесь ко мне в друзья. Завтра я проведу уже чистку друзей, и останутся только те, кто будут лайкать все мои записи. Так что заходите и все лайкайте. Ну а мы приступаем к началу просмотра данного видеоролика. И, собственно, всем привет, ребят, с вами Стэк Клаус, и сегодня я хотел бы вам дать пару советов, а быть может даже научить вас, как же все-таки стать богом грифа, как же стать очень крутым грифером, чтобы вы всегда всех тащили, и так далее. Ребят, для начала я хотел бы вам сказать, что вот сейчас я снимаю на своем серваке, на котором созданы все условия для того, чтобы научиться грифрить, да, и продолжать грифрить, потому что на серваке как бы разрешен гриф. В общем-то, давайте начнем с первого пункта. Если вы хотите стать богом грифа, для начала выберите сервак, на котором все-таки разрешен гриф. Если же вы не хотите в конечном итоге все вещи просто всрать итогом того, что вас просто забанят из-за того, что грифрить нельзя. Вот. Потом второй пунктик. Вам будет намного легче загрифрить, если у вас будет какой-нибудь скин девочки. Вот такой скин, но, опять же таки, на моем серваке вы сможете скин поставить любой. Вот давайте опять же напишем, вот, допустим, скин сет. Ну давайте напишем скин сет Вангай, да? Вангай. Вот, и мы сейчас с вами стали Вангаем. То есть вы можете вот найти вот это какой-нибудь любой скин девочки, написать типа скин сет и ник этого скина, и у вас появится вот такой скин. Но как бы ник у вас останется прежний, так какой у меня там никнейм. Гангнам Кэт. Давайте я как раз таки его назад поставлю. Там, по-моему, 30 секунд надо ждать. Но я пока что напишу Gangnam Cat. Да, 30 секунд надо ждать, но окей, немного подождем. Потом, ребят, третье, что же вам надо, чтобы стать крутым грифером? Это желательно... Ой, тут ты как я сказал. Желательно, конечно, чтобы у вас был какой-нибудь друг донатер, да? Или же чтобы вы сами были донатером, чтобы вы могли брать вещи. Но ни в коем случае со своего аккаунта, где у вас донатер, да? Ну, куплен донат, ни в коем случае не рифрить, потому что за это дается бан вообще на любых серваках. Так что лучше давайте себе на второй аккаунт вот вещи, да? И уже с него начинайте грифрить. Так, пока что давайте я верну свой старый скин. Вот я опять девочка, давайте наденем броню. Вот у меня друг донатер есть, ну, как бы это мой сервак. Ну, все равно у меня друг донатер есть, и он мне дал вот такую вот алмазочку. Давайте сейчас пойдем на хом, покажу вам домик, да, для грифа. В общем-то, ребятки, сейчас давайте перейдем к домику. Домик должен быть у нас такой не очень, кстати, и большой, но чтобы было понятно, что это нормальный такой дом, никакой не фейковый. Ну, вот у меня тут уже есть пару вещей. В общем-то, давайте я вам покажу его прелести, так сказать. Вот вроде бы комнатки, да? Вроде бы вот просто картина стоит. Но на самом деле, вот смотрите. Если мы войдем в эту картину, то тут у нас такая вот яма-ловушка. То есть, когда люди там упадут, да? Мы просто с вами вот подойдем вот в другую комнату, вскопаем этот блок и упадем сами просто в воду. И подберем эти вещи, а потом тпхнемся на хом. И сложим вещи в сундук. И, кстати, да, ребятки, если вы не хотите, чтобы вас убивали читеры и так далее, тогда лучше ставьте везде железные двери, ну вот на входе. Потому что если против вас будет читер, то он сможет вообще легко войти в дверь. И да, ребят, никогда не грифрите с читами, это не круто, вот отвечаю. Так, потом, вот в любом случае, да, чтобы быть крутым грифером, надо, чтобы вы умели пвпхаться. Но если вы еще этого не умеете, вы можете просто вот зайти на варп, так, на варп 1 висе 1, варп 1 висе 1, да, вот входите туда, и тут вы можете попвпхаться со своими друзьями, чтобы, так сказать, накачать скиллуху. Давайте сейчас я войду в лобби и напишу типа го на варп 1 висе 1. Так, ща я напишу. Go на варп 1 виси 1. 1 виси 1. Go на варп. Ща напишем людям, чтобы они как бы заходили, да? И я как раз таки вам продемонстрировал, что же тут можно делать. Пока что я, наверное, поставлю на паузу. Так, ребятки, мы продолжаем. Вот у нас
зашел вот Овнер, да, вот пацанчик. И давайте я вам покажу. Вот сейчас будем с ним пвпхаться. Вроде бы у меня скиллуха уже, так сказать, немного есть. И тащить я хоть немного, да, смогу. Вот, удочка, вот, лук. И тут надо просто вот кликать как можно быстрее. Ну, также можно блокхитить, но на 1.8 блокхит не работает. В общем-то, давайте я вам покажу, как тут пвпхаться. Так, первый выстрел за нами. Он нас ждет, по-моему, он тоже... Да, он нас стреляет. Он нанес пока что тоже один выстрел. Нет, второй выстрел нанес. Ой-ой-ой, ну этот пацанчик пожестче меня, конечно. Просто, ребятки, я недавно... Хотя, какой недавно? О, глядите, в какой комбо я его завел. И он меня тоже жесткое комбо завел. Кто же выиграет? Интересно. Ай, блин, он меня победил. У него 2 хп осталось. Тут судится по 20-бальной шкале. То есть 2 раунда. И решается уже, кто же победил. Ну, я знаю, что я не такой уж скиллованный, конечно. Так, потому что у меня как бы запись идет. О, в какое комбо он меня завел. И сейчас, наверное, он меня добьет, да? Или же нет? О, я его выиграл, то есть 4,5 хп у меня осталось. Давайте прям сразу же в него так... Блин, не получилось. Я хотел прям сразу в него выстрелить. Так, дядя. Первый выстрел за нами. 1-1 пока что по выстрелам у нас с ним. Но надо его все-таки убить. И кто же? Нет, он все-таки меня выиграл, ну окей. В общем-то, я вам показал, тут вы можете потренироваться, да, потренировать свой скилл, так сказать. Так, а пока что мы с вами пойдем на хом, и я вам покажу еще пару плюшек. То есть, вот это сделано для тех, кто плохо пвпхается, да, вот такие вот ямы вот сделаны. Потом вы можете просто сами вот бегать, да, и так далее. Ну и еще вот мой вам совет, короче, знаете, как сделаем? RG-info. У вас недостаточно прав? Чё? А, ну, понятно, тут какой-то донатик, короче, зашел и пытается мне помешать. Часик. Так, ребят, все, мы продолжаем. Я уладил эту проблему. Все-таки какой-то донатер мне отключил эту команду. Хотел мне помешать. Вот RG-info. 41 у нас с вами называется регион. В общем-то, ребятки, мы с вами пишем RG. RG. Так, RG флаг. Флаг. ПВП. Дэнни. 141, вроде бы так. Да боже мой, сейчас, секунду. Так, ребят, мы продолжаем. Оказывается, это все-таки я неправильно писал, просто я таким уже давно не пользовался. В общем-то, ребятки, мы пишем вот RG флаг, название своего региона, PvP Дэнни. П Дэнни. То есть сейчас тут бить никого никто не может. В общем-то, ребят, вот давайте сейчас напишем, типа, кого приютить ТП ко мне. Я вам сейчас все на деле покажу. Кого приютить ТП ко мне. О, сейчас к нам кто-нибудь будет ТП-хаться. Там никто к нам не ТП-хался. Давайте пока что я напишу ТП. Так, ТП Accept. Нет, пока что никто не ТП-хался. Ну, сейчас полюбаться кто-нибудь, да, ТП-хнется. Да, и мы с... Я с вам... Я вам, точнее, продемонстрирую все. Вот к нам ТП-хается пацанчик. Давайте ТП Accept. Вот кит-стартер. Вот вы видите, да? Он нас бить не может, и мы его не можем бить. Давайте ему напишем, типа, привет, святая, как дела? Только без знака вопроса. Привет, как дела? А сами пока что сделаем RG-флаг PvP, чтобы мы могли с вами тут PvP-хаться и убьем его. Все, мы его с вами убили, и как бы вот у нас нам достались вещи. То есть, так сказать, элемент неожиданности надо, так сказать, своеобразный выждать. Так. Сейчас, короче, отключим ПВП. Меня тут уже раскусили, что я Клаус. Давайте следующего ТП Accept. А чё? А, я яму забыл застроить, блин. Окей, давайте опять отключим ПВП и убьем вот этого пацана. Ну, он это вообще без ничего. Так, включим ПВП. Давайте следующего ТП Accept. Кстати, так довольно-таки удобно. Так, а куда он это исчез? Окей, следующего. А, это опять он. Ну-ка, кто там следующий? Давайте опять напишем, типа, кого прийтить. ТП ко мне. Окей, пускай он просто так бегает. Он нам особо так не нужен. Нам нужен следующий пацанчик. Да, чел, води давай сюда. А чё это? У него чит, походу, какой-то, что ли? Вот. ТП-хается чел. А, ну это тоже бомж. Короче, включаем ПВП. А, нет, следующий ТП-хается. ТП-ацепт.
О, вот этот вот уже нормальный пацан. Давайте напишем его, типа, привет, как дела? О, так. И сейчас включим PvP. Включили, пока он отвечает, мы его с вами убиваем. Все, мы его, ребят, с вами убили. И, в общем-то, наш с вами план абсолютно точно срабатывает. Ты что, обнаглел, что ли? Ты куды? Стоять, не двигаться. Собака картину сломала за него. Окей, короче, складываем вещи. Так, кто там к нам еще топехался? ТП отцеп, ну, это бомж. Ну, хотя у него был эндерперл. Это тоже бомж. Окей. Ребят, в общем-то, мне кажется, я вам все основные правила рассказал. Если вы хотите, чтобы я вам сказал следующие методы, да, более, так сказать, лучше, более эффективные, тогда ставьте лайки и пишите в комментах. Так что, ребятки, вот такой вот у нас с вами домик, и вот так вот мы с вами убиваем людей. Давайте наберем 2000 лайков на этом ролике, я выпущу следующий ролик, как же стать крутым грифером в Майнкрафте. И потом еще выпущу, типа, как крашить школы сервера. В общем-то, ребятки, давайте набираем 2000 лайков, и у нас будет с вами продолжение. Ну, а с вами, кстати, я Клаус. Пишите в комментариях, что же вы хотели, чтобы я выпускал дальше. Всем удачи и всем пока.